Итак, вот дверь, которая ведет на крышу, где находится бассейн. Друзья, вот я на крыше гостиницы Welcome Dubai Marina 4 звезды. Слева от меня бассейн. Дальше вокруг меня есть столики с креслами, с диванчиками, где можно посидеть. Здесь можно курить. Также само на крыше есть бар. Для того, чтобы посещать бассейн, здесь на шезлонгах есть полотенечко. То есть это все включено в стоимость проживания в гостинице Welcome Dubai Marina 4 звезды. Конкретно по видам, таких вот красивых видов с крыши не открывается, но то, что бассейн подогревается, не знаю, вот сейчас по состоянию на 4 марта 2019 года в бассейне работает подогрев. Я не знаю, как он дальше работает, летом работает подогрев или не работает, как он работает в зимний период, скорее всего, я думаю, работает, потому что если ветер, то тут прохлада и водичка должна быть теплая. По температуре примерно, условно говоря, наверное, не ниже 35 градусов. В общем, я засунул руку и реально чувствуется очень-очень теплая вода. Так что если вы попали в такую прохладную погоду, то в бассейне вы абсолютно будете чувствовать себя комфортно, если там включен подогрев. Еще раз говорю, что подогрев может быть работать, может быть не работать. И это все зависит от того, включает его гостиница, либо не включает. Потому что я думаю, что чуть-чуть попозже подогрев в бассейне, скорее всего, будет отключаться. Потому что потом уже будет очень высокая жара летом здесь. И, наверное, будет комфортнее, если водичка будет там прохладнее. В общем, друзья, еще раз плюс в копилку гостиницы Welcome Dubai Marina 4 звезды. Это одна из лучших доступных гостиниц в районе Dubai Marina, поэтому рассматривайте этот вариант. Если вам он нравится, постараюсь еще более подробно поснимать видео по этой гостинице, чтобы у вас была вся необходимая информация для того, чтобы принять решение, какую же гостиницу выбрать для отдыха в Дубае. Друзья, вот такие вот виды мы видим с крыши гостиницы Welcome Dubai Marina. Значит, что хочу сказать вам первое. Вот там вон мы видим за зданиями уже канал Dubai Marina. Напротив гостиницы Welcome Dubai Marina, гостиница Pearl Marina. Слева от гостиницы Welcome Dubai Marina находится Row Marina. В общем, очень такой вот райончик интересный для размещения и проживания в Дубае. А справа, друзья, от гостиницы Welcome Dubai Marina ведется какая-то вот стройка. Смотрите, значит, по проживанию она абсолютно нам не мешает. Мы ничего не слышим, никаких работ, какие там ведутся. Но факт есть, и сколько она еще продолжаться будет, я не могу сказать, потому что в целом здесь все строительство очень быстро разворачивается и очень быстро доходит до необходимого результата. И за год практически любой небоскреб уже, собственно говоря, почти готов. Но еще раз говорю, что дискомфорт — это стройка, которая находится возле гостиницы Welcome Dubai Marina с правой стороны, никакого не создает для отдыха. По поводу персонала, он всегда работает, всегда что-то убирает, то есть, ну, следят за чистотой в гостинице, очень хорошо, качественно работает, вопросов никаких не вызывают абсолютно, то есть всегда приветливый. Есть русскоговорящий персонал, но не в обслуживании, а на ресепшене, то есть это на консьерж и еще несколько человек среди персонала, которые больше всего контактируют с
гостями гостиницы Wyndham Dubai Marina 4 звезды. Друзья, ну лифт вообще прикольно, конечно, выглядит. Весь зеркальный, очень красиво, чистенький. Может, видно некоторые царапины, но